Там одни есть, эти американцы и англичане. Они работают вместе со спецслужбами, с этими, с разными, с правительствами, с Конгрессом. Uh-huh. И в США, и в этом, и в Лондоне. А, просто нужно по договору с ними все, да? Да, с ними договоры, все официально. Тут, но они всех вытащат. В смысле, они тебе дадут заранее, ты будешь знать их движения все. А вот это, слушай, вот там вот по Казагейту, по всем делам, там много разговоров с Айхо, ты там каким-то образом помогаешь американской стороне, конечно, да? Конечно, ага. Слушай, а может вместе поработаем по каким-то материалам совместно? Ты же напрямую не будешь работать, там нужно адвоката, адвоката какого-то там, ну, американского, через него надо действовать. Не, я имею в виду вот какие-то материалы, там, допустим, я бы запускал, да? Ну с ними вот это ты можешь обговорить это все. А, они это как раз тоже делают, да? Ну они все делают. Слушай, но они тебе все равно нужны, без этого, я думаю, что с тобой-то все равно торговля какая-то идет же. Ты знаешь, торговля это идет. Через кого-то ведется же там торговля. Не, там видишь, как это те же самые люди, наверное, что и там с тобой, наверное, общаются, наверное, или общались, скажем так. Олбрайт стреляет. За тебя будет стрелять американцы? Олбрайт, ой, кто там это? Хиллари будет вступаться? Ну, не знаю, надо разговаривать. Там, где он куда приезжает, там протесты надо делать. А, акции протеста, да? Много. Там не надо много, там 5-10 человек протест. А он вообще переживает? Нервирует. Переживает, да? Да, нервирует. А, вот так вот. А ты там... Просто, чтобы с такими... А я организовал. Организовал, да? Да. А ты в каких городах организовывал, в странах? В Будапеште. Ага. Его организовал. Ага. Потом где еще? В Сирии. Даже в Сирии? Ну, такие варианты можно. Все равно через Америку же надо действовать. Не, у меня, видишь, с администрацией... Соскакивают же сразу. Не, у меня с администрацией вот Буша, с ними такие постоянные контакты достаточно хорошие были. С Мэтью? Ну, и с Кондолизой. Кондолиза, Мэтью, там вот вся эта команда. А из старой вот демократов, ну, видишь, они сейчас не при власти, вот Олбрайт были контакты. Вот, довольно много контактов было. Его этот надо, не надо его сразу травить. А как? Его поэтапно надо. Поэтапно? Надо сразу там в шат грязи кидать. Ну да. Чтобы он привлекал, чтобы аудиторию завоевать. Ну я не знаю, это против себя лишь. Не давать им надо возможности. Ага. Они ж слушают тебя. Ну да, наверное, да. Этот скайп, они англичане слушают скайп. Ага. Без проблем. Центр у них тут, в Англии. Ага. В смысле, давать им возможность не нужно. Они тебя точно разрабатывают. Это как пить, да? Угу. И с ними надо какой-то контакт тебе организовать. Да, уже начал я. Ну, с их там этими. Как разведка. Угу. Внешняя разведка. MI6, MI5. Угу. Ясно. Но с ними надо контакты устанавливать. Потому что они должны в курсе быть твоих проблем. Да, в курсе уже. Надо наоборот сейчас шумиху поднять, что я не признаю этот суд и все. Все, что на меня это делается. Ну, а американцы вообще что, как будет, вообще какая политика у них будет относительно Казахстана? Доить будет. Использовать ситуацию? Давление, да.